Hello! И сегодня у нас проектная работа. Итак, сегодня мы с вами поговорим, как рассказать про какую-либо страну и про ее флаг. И помогут нам в этом ребята Стив и Люси. Итак, у нас есть текст, это их блог. Они рассказывают про себя, про свою страну. Вот, и вы сейчас можете поставить на паузу и ознакомиться с данным текстом. Дальше мы с вами его обсудим. Итак, приступаем к обсуждению текста. В этих двух текстиках у Стива и у Люси есть информация про их имена, про их внешность, описание картинки, информация про флаг и немножко про страны, откуда они. Так, давайте же с вами найдем всю эту информацию. Начнем с имен. Как же ребята в данном тексте представляются? Попробуйте найти. Если вам нужно еще время, поставьте на паузу. Дальше будет ответ. Так, как же ребята представляются? My name is Steve. My name is Lucy. Очень простым образом. My name is. Так. Следующее, что ребята описывают, это их внешность. Как понять, где они находятся на фотографиях? Они также оставили подсказочки в тексте. Постарайтесь их найти. Сейчас вы можете поставить на паузу и продолжить спокойненько искать. А мы сейчас с вами проверим, где же в своих текстах они говорят о том, как они выглядят. I'm wearing a red jumper. My t-shirt has got pink and white stripes. Тут они говорят, во что они одеты. Да, Стив говорит о том, что на нем сейчас красный джемпер. А Люси говорит о том, что на ее футболочке розовые и белые полоски. И таким образом мы с вами можем уже найти ребят на этих снимках. Удалось вам их найти? Идем с вами дальше. Следующее, что на какой вопрос ребята отвечают в своих текстах, это Where are they from? Откуда они? Так, постарайтесь найти четкое предложение, где они говорят, откуда же они, из какой они страны. Можете поставить на паузу, если еще не нашли. А теперь давайте с вами проверим. Стив говорит, I'm from England. Люси говорит, we are from America. Следующая информация, которая нам дана в данных текстах, это описание фотографии, что находится на них. Итак, тоже постарайтесь найти, где ребята описывают свое окружение на данных фотографиях. This is my school, and these are my friends, говорит Стив. Это моя школа, а это мои друзья. This is my sister, Carrie. Это моя сестра Кэрри. Говорит Люси про изображение на своей фотографии. Итак, nationality. Что же ребята говорят про свою национальность? Так, можете поставить на паузу, попробовать найти. Итак, I'm English. They are English too. Я англичанин. Они тоже англичане. Они тоже англичане. Стив говорит про своих друзей, про которых рассказывал в предыдущем предложении. Люси про свою национальность не говорит. Location. Что же они говорят про местонахождение? Можете поставить на паузу. И теперь давайте проверим. England is in Great Britain, говорит Стив. Люси опять-таки умалчивает про местонахождение своей страны, потому что так понятно, где у нас находится Америка. Итак, дальше флаг. Что же ребята говорят про свои флаги? Тоже можете поставить на паузу
и поискать в тексте. Look at the British flag. It is the Union Jack. The British flag is red, white and blue. Look at the American flag. It has got red and white stripes. There are 13 stripes and 50 stars on the flag. Итак, что же ребята говорят про свои флаги? Начнем со Стива. Посмотрите на британский флаг. В английском языке у него название Union Jack. На русский язык мы его не переводим. Либо так и говорим Union Jack. The British flag is red, white and blue. Британский флаг красный, белый и голубой. Что же Люси говорит про свой флаг? Посмотрите на флаг Америки. У него красные и белые полосы. На нем находится 13 полос и 50 звездочек. Вот таким образом. Ребята писали свои флаги. Итак, ребята в своих текстах нам показали свои имена, свою внешность, подсказали, откуда они, описали фото. Также они сказали, Стив сказал, какой национальности, где находится его страна, его город. И они нам рассказали про свои флаги. Итак, я вам предлагаю сделать то же самое. Выберите любую страну, можете описать свою страну, можете описать страну, где вы отдыхали на каникулах. И также напишите по пунктам информацию про нее. Напишите свое имя. My name is. Если у вас будет фотография или у вас будет рисуночек, опишите, как вы выглядите на этой фотографии или на своем рисунке. Скажите обязательно, откуда вы. Опишите немножко свою фотографию, используя следующие фразы. Скажите, какой вы национальности. Скажите, где находится ваш город, в котором вы живете. И опишите флаг вашей страны. Sir, and that's all for today. Thank you for your attention. Goodbye.